Ну, то есть, типа, вода затекать не будет? Нет, вода затекать не будет. Плитка за плиткой. В школе имени Пронина выкладывают ступеньки будущего крыльца. В самом здании ремонт на финишной прямой. Второй и третий этажи уже завершены. Осталась отделка первого. Силы брошены и на благоустройство. Какая стадия у вас? Сейчас у нас подготовка основания. Уже приступили к устройству песчаного основания. Поселили дарнит. Вот как раз-таки после вывоза остатков порубочных приступаем уже к основной территории. Речь о будущем спортивном ядре. Пока на его месте разравнивают грунт после опила деревьев. Их вырубили не только из-за строительства стадиона и площадок, но и в целях безопасности. Визуально, конечно же, деревья выглядят как внешне как здоровые, но при вырубке деревьев и на фотографиях, который мы можем представить, на срезе ствола видно, что уже сердцевина подвержена гниению. Зеленую зону здесь восстановят, на месте срубленных тополей высадят хвою. А пока асфальт проложен, место для автогородка подготовлено. Впереди реставрация памятника. Это станет финальной стадией благоустройства двора. Будет демонтаж целиком всей облицовки, восстановительные работы по бетонным элементам памятника и обратная облицовка. Вокруг памятника будет покрытие из плитки и озеленение. Парты и стулья, доски и школьные шкафы по плану появятся в будущих классах в августе. Среди кабинетов целых две точки роста. Оборудование для них уже ждет установки, а вот в профильные классы мебель закупается. Остальные вещи по кабинетам, по тематическим кабинетам информатики, физики, химии, биологии, математики, эти вещи тоже направили дополнительную закупку. На сегодня готовность объекта 95%. Задача – успеть к началу учебного года. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».